Дональд Трамп в шоке от состояния супруги. Уже ни для кого не секрет, что вчера первая леди Соединенных Штатов была госпитализирована в военный госпиталь Министерства обороны в Вашингтоне. Срочно созданная оперативная группа военных медиков коллегиально провела экстренное обследование и поставила свой диагноз. И тем же вечером с разрешения Дональда Трампа ее прооперировали. Хирургическое вмешательство понадобилось для удаления доброкачественного образования в одной из почек. Пока проходила операция, супруг Мелани, Дональд Трамп, все время находился в госпитале. После проведенной операции президент Соединенных Штатов незамедлительно сделал запись в Твиттер и поведал, что доктора сделали все хорошо, и Мелания чувствует себя удовлетворительно. Президент сказал большое спасибо всем единомышленникам за добросердечные слова в сети. Сегодня супруга президента отходит от пережитого стресса и набирается сил. Также мы провели расследование и узнали, что Мелания Трамп прокомментировала скандал с Кавана. Несмотря на массовые протесты женщин, Сенат США утвердил кандидатуру Бретта Кавана на пост судьи Верховного суда в США. Выдвиженца президента Дональда Трампа обвиняют в сексуальном насилии. Первая леди США Мелания Трамп решила прокомментировать этот скандал. Жена Дональда Трампа редко идет на контакт со СМИ, однако во время официального тура по странам Африки Мелания Трамп дала интервью каналу ABS. В частности, первая леди США выразила свое отношение к скандалу, который связан с Каваном. «Поддерживаю женщин, их необходимо слышать. Не только женщин, но и мужчин. Я действительно на стороне женщин, но нужно представлять доказательства. Мы не можем просто заявить о насилии, потому что иногда СМИ заходят слишком далеко. Рассказывая истории об этом, нужны веские доказательства, если вы обвиняете кого-то», — заявила Мелания. Кроме того, жена Дональда Трампа вспомнила, как была разочарована, когда ряд общественных организаций отказались сотрудничать с ней. Конкретные имена Мелания не назвала. «Печально наблюдать, как различные фонды и организации отказываются от сотрудничества, выбирая политику, а не помощь людям. Я не хочу выставлять на показ перед всем миром их, но они знают, что я говорю о них», — добавила первая леди США. Напомним, скандал вокруг кандидатуры Бретта Кавана на пост Верховного суда США разгорелся после того, как издание The Washington Post опубликовало заявление женщины по имени Кристин Бейлсфорд. Они утверждают, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Кавана на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать, и в момент инцидента он был пьян. 24 сентября в США прошли массовые акции протеста против кандидата в Верховный суд Бретта Кавана. Однако несколько женщин обвинили в сексуальном насилии. Известно, что на эту должность сам президент США Дональд Трамп продвигал Кавана. Недавно в сети стали ходить слухи о том, что президент Америки Дональд Трамп изменил своей жене Мелании с порнозвездой Сторми Дэниелс. Их отношения заметно ухудшились. СМИ все чаще начали замечать, что первая леди США стала отдергивать ладонь, когда супруг пытается взять ее за руки. Многие даже стали поговаривать о возможном разводе главной пары штатов. А недавно президент США умудрился задеть свою супругу на людях. Так, во время ежегодного ужина Grand John Diner в Белом доме Дональд обидел Меланию грубым высказыванием в ее адрес. «Так много людей покидает Белый дом. На самом деле это очень интересно и бодряще, потому что мы за новые взгляды. Так что мне нравится этот ринг. Я люблю хаос. Это действительно хорошо. Теперь все спрашивают, кто будет следующим, кто уйдет. Стив Миллер или Мелания? Это ужасно, милая, но ты же любишь меня, верно?» – заявил Дональд. Как сообщают приближенные к президентской семье источники, первую леди действительно очень задели подобные слова мужа, но, вероятно, она в очередной раз скроет обиду. Мелания, как всегда, скорее всего, просто усмехнется и перетерпит это, потому что она знает, нет смысла противостоять Дональду. И даже если она это сделает, она никогда не выиграет спор с ним, — поделился инсайдер. Также недавно стало известно, что Дональд Трамп намерен уволить свою дочь и зятя из Белого дома.
Президент США Дональд Трамп попросил главу апартамента Белого дома Джона Келли уволить свою дочь Иванку и ее мужа Джареда Кушнера, выполняющих функции советников американского президента. Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на свои источники, близкие к главе государства. Инсайдеры отмечают, что особенно Трамп недоволен зятем из-за расследования деятельности компании Кушнера в сфере недвижимости и утечки информации и понижения его уровня доступа к внутренней документации Белого дома. Кушнер уже лишен доступа к секретной информации, а дочь президента, по сообщениям, и вовсе утратили доверие отца. К слову, Трамп заявил Иванке и Кушнеру, что они должны продолжать выполнять свои обязанности, несмотря на то, что он в частном порядке попросил Келли помочь с их увольнением. Недавно в сети прокатился скандал с курткой Мелании Трамп. США давно поговаривает, что первая леди часто символически выбирает одежду на публичные выходы. Мелания Трамп решила впервые прокомментировать громкий скандал, который разгорелся из-за ее куртки с надписью «На самом деле мне все равно, а вам?». Как известно, недавно жена Дональда Трампа совершила большое турне по Африке. Во время поездки Мелания Трамп впервые дала интервью журналисту ABC News, которые сопровождали ее. В разговоре с представителем СМИ первая леди решила откровенно рассказать, почему она надела куртку с провокационной надписью, передает People. По ее словам, это не была ошибка стилистов, как предлагали журналисты. Мелания Трамп намеренно надела куртку со скандальной надписью, когда ехала на встречу с мексиканскими мигрантами, которых удерживали на военной базе в Техасе. Тогда наряд первой леди провоцировал немалый конфликт в сети, что повлияло на рейтинг президента США. «Я надела эту куртку, чтобы сесть в самолет и сойти с него. Та надпись была для людей и для либеральных медиа, чтобы показать им, мне на самом деле все равно. Вы не будете препятствовать мне делать то, что считаю правильным. Это было своеобразное послание им. Я бы хотела, чтобы они сосредоточивались на том, что я делаю, на важных инцидентах, чем на том, как я выгляжу», заявила Мелания Трамп. Кроме этого, первая леди ответила на вопросы о возможном разводе с Дональдом Трампом. По словам его экс-советника Омаросы Ньюман Манглинтон, Мелания показывает провокационную одежду, чтобы отомстить мужу за измену. Однако такое заявление представительница Белого дома опровергла, заверив, что ее брак очень прочный. «Конечно, это не всегда приятно, но я точно знаю, что правильно, а что нет. Что правда, а что откровенная ложь. У нас все хорошо», — это заявление экс-советника Трампа. «Всего лишь спекуляция медиа, сплетни», — добавила Мелания Трамп. В конце интервью первая леди добавила, что знает свои цели и задачи, как представительницы Белого дома, поэтому никакие скандальные заявления или обвинения не повлияют на ее работу. «Я мать и первая леди. У меня есть более важные дела, о которых надо думать и реализовывать. Поэтому я знаю, какие у меня приоритеты», — отметила Мелания Трамп. Не так давно Мелания Трамп нарушила молчание относительно секс-скандала с участием Дональда Трампа. Уже несколько месяцев страницы СМИ не покидает тема измен Дональда Трампа и его жене Мелании. Вчера актриса фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, одна из женщин, с которой у президента якобы были сексуальные отношения, дала откровенное интервью. Она рассказала о подробностях их интрижки, последовавших за этим угрозам и многим другим. Скандал вышел на новый уровень, и оставить его без реакции супруга президента Мелания Трамп просто не могла. Комментарии в социальных сетях опубликовала представитель первой леди Стефани Гришем. «Я знаю, что средства массовой информации пользуются спекуляцией и сплетнями, но хотела бы напомнить людям о ребенке, имя которого не должно фигурировать в подобных новостях», — опубликовала в Твиттер правая рука Мелании Трамп, имея в виду 12-летнего сына президентской четы Бэрона. Известно, что сейчас, в пик разгара скандала, Мелания вместе с Бэроном проводит время в семейном курортном отеле Мар-э-Лаго во Флориде. Дональд составил компанию жены и сына в выходные, но в воскресенье вынужден был вернуться в Вашингтон. Напомним, вчера американский телеканал показал интервью с предполагаемой любовницей Дональда Трампа. Актриса фильмов для взрослых Стефани Клиффорд, известная как Сторми Дэниелс, провела историю
которая произошла в 2006 году, через полгода после свадьбы Дональда и Мелани и сразу после рождения Бэрона. Сторми уверяет, что будущий лидер США уединился с ней в отельном номере во время крупного гольф-турнира. Дональд убедил ее не беспокоиться насчет Мелани, не переживай об этом. У нас не отдельные комнаты, заявил Трамп. После бизнесмен вновь предлагал Сторми встретиться и обещал сделать звездой реалити-шоу The Celebrity Apparition, ведущим которого он был тогда. Интимной связи между ними не произошло, и своим обещанием насчет съемок Трамп не выполнил. Спустя несколько лет, в 2011-м, Сторми попыталась продать истории о связи с Трампом за $15,000 в СМИ. В итоге материал не был обнародован, а самой Сторми и ее семье стали поступать угрозы.